Здрасте. Вот там за мной, вот там, находится сталактитовая пещера Сурек. Сейчас мы туда с вами сходим, посмотрим. Посмотрите, какая там красота. Немножко истории. Эту пещеру открыли в 1968 году, когда проводили взрывные работы на территории карьера. Блин, забыл, как называется карьер. Короче, когда проводили взрывные работы на территории карьера. Как только пещера была обнаружена, сюда сразу же приехали представители Керен Каямет для Израиль, то есть представители парковых заповедников. Тут же, сразу же работы в карьере прекратились. С тех пор пещера изучалась. Здесь проводились исследования. И через 2 года пещере был присвоен статус национального заповедника. Я не знаю, когда точно, но пещеру облагородили и разрешили вход посетителям. И на самом деле там есть на что посмотреть. Вы сейчас это все увидите. Идем? Thank you.
Просто потрясающая красота, просто стена. Еще несколько лет, и здесь просто будет стена. Ребят, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь. И не забудьте нажать колокольчик, чтобы видеть, когда выходят следующие видео на моем канале. Всем спасибо, всем мира, всем удачи. Пока. Thank you.